Здравствуйте, в эфире национального телевидения «Чуваши», информационная программа «Республика», в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Всем покинуть помещение. В Чувашии выясняют личности телефонных террористов, из-за которых в минувшие выходные из торговых центров и учреждений эвакуировали 5000 человек. Строевая, танцы, вязание узлов. В Чувашском кадетском корпусе имени Кочетова прошел слет кадет и юнармии. В кино. В Чебоксарах стартовал 12-й международный кинофестиваль. Прямо сейчас в Чувашском театре оперы и балета церемония открытия 12-го Чебоксарского международного кинофестиваля. В этом году фильмом открытия стала картина «Лили», снятая режиссерским дуэтом Ильей и Антоном Чижиковыми. Все подробности с места событий готов сообщить мой коллега Дмитрий Ковалев. В этом году торжественную церемонию открытия кинофестиваля перенесли в Театр оперы и балета. И уже через неделю здесь же вручат статуэтки «Ане» победителям. За призы поборются 28 картин. Больше всего работ заявлено в конкурсе этнического и регионального кино. Среди участников авторы из Татарстана, Хакасии, Бурятии, Якутии и Чеченской республики. И вот что интересно. Оценивать картины, снятые в регионах, будет корейский киновед Хонг Сангву. Все внимание приковано к основному конкурсу игровых фильмов. Среди претендентов на победу немало уже титулованных авторов. Так, картина «Подбросы» уже получила приз за лучшую женскую роль на фестивале «Кинотавр». Тем интереснее будет понаблюдать, кому достанутся в итоге статуэтки «Ане». Чебоксарский фестиваль расширяет и географию. В этом году в программе специальных показов австралийские ленты. На 12-м по счету кинофоруме немало именитых гостей. Сегодня мы успели встретиться с режиссером Борисом Грачевским, с народным и заслуженным артистом страны Александром Пашутиным и известным актером из Парижа Бибино Сэри. Международный фестиваль взял уверенный старт. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. К теме кинофестиваля мы еще вернемся, а пока к другим новостям. В эти выходные в торговые центры Чебоксара, аэропорт и железнодорожный вокзал вновь поступили сообщения о заложенных взрывчатых устройствах. Эвакуировали более 5000 человек. В Министерстве внутренних дел отмечают, что все сообщения оказались ложными. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют личности звонивших. Ход эвакуации на личном контроле держал глава республики. Правоохранительные службы сработали оперативно. МВД, Росгвардия, ФСБ, они, имея свою компетенцию по прямым функциональным обязанностям, занимаются. По итогам проверочных мероприятий ничего не подтвердилось, по сути дела. Но огромная работа проведена. Все задействованные силы и средства в нужное время принимали самое непосредственное участие в вопросах эвакуации. На наш взгляд, все делается в строгом соответствии с нормативами. Я выезжал на две торговые точки, те, которые в последнюю очередь проверялись. Но тем не менее, хотя они в течение 2 часов не работали, возмущений практически не было. Люди уже как-то с пониманием к этому относятся и знают, что пусть она ложная, эта тревога, но безопасность у нас превыше всего. Глава республики отметил, что все социальные объекты в ближайшее время дополнительно должны быть оборудованы средствами безопасности. И касаясь наших средств, которые предусмотрены в бюджете по приобретению металлодетекторов и так далее, быстрее надо все это работу провести. В республике прошли дополнительные выборы в органы местного самоуправления. Всего было замещено 10 мандатов в 8 округах. Предварительные итоги голосования обсудили на совещании в Доме правительства. Выборы в минувшие выходные проходили на 13 избирательных участках. Среди вакантных мандатов 7 в сельских поселениях, 2 в районных собраниях и 1 в Алаторском городском округе. Нарушений во время голосования зарегистрировано не было. По итогам выборов во всех 10 округах победили представители политической партии «Единая Россия». И хочется поблагодарить МВД, Центральную избирательную комиссию, политические партии за активную организацию данной кампании. Значит, самое главное, не было допущено нарушение общественного порядка, и результаты, они, значит, обсуждению не подлежат. Большинство крупных хозяйств сейчас завершают сев. Ход весенней страды сегодня обсудили на совещании в Доме правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Для аграриев сейчас установилась благоприятная погода. Посевные работы в регионе должны быть завершены в сжатые сроки. После гибели озимых культур пострадавшие хозяйства получат страховые выплаты. Объем господдержки сельхозпредприятий республики в этом году превышает 2,5 миллиарда рублей. С начала года перечислено аграрии 496 миллионов рублей. В
том числе в мае 85,7 миллионов рублей. Планируется к перечислению также в мае еще 110 миллионов рублей, в том числе на поддержку элитного семеноводства. Михаил Игнатьев отметил, что все больше аграриев начинают осваивать культуры, которые пользуются спросом и за пределами страны. Зарубежный рынок открыт для сельхозпредприятий, специализирующихся на луке-севке. Заказы на эту продукцию увеличиваются. От всех площадей в России мы занимаем 70% и 30% рынка севка занимает тоже Чувашская республика. Это практически биржевые товары. То есть и прибыль можно зарабатывать, и вот производительность труда. И уровень зарплаты можно увеличивать. Сельхозтоваропроизводители просчитывают свои расходы, соблюдая все эти агротехнические сроки. Это важно очень. А касаясь заготовки кормов, в этом году они тоже раньше, скорее всего, наступят. Сельское хозяйство привлекает и инвесторов. Земли Порецкого района сейчас обрабатывает крупная китайская корпорация. В перспективе предприниматели намерены возвести животноводческий комплекс. Создаются рабочие места, 10 миллиардов по тем договоренностям они готовы вложить, как инвесторы. Значит, земли сельхозназначения по федеральному закону, по оригинальному закону мы предоставляем только в аренду. Они даже собственность не имеют права по закону оформить. И земли в Порецком районе, это где гарды и так далее, это самые бедные земли. Это практически песчаные земли. Это подсобные хозяйства тракторного завода. И то, что там сегодня земли начинают в севоборот, соответственно, включаться и сельскохозяйственная продукция выращивается, я считаю, никому от этого плохо не будет. На повестке дня и подготовка к купальному сезону. В этом году к лету будет обустроено более 40 прудов и 13 пляжей. Сроки установили мы до 25 мая выдать информацию, чтобы в последующем уже организовать работу по обследованию этих мест купания. Сейчас, как вы поставили главную задачу перед нами, органами исполнительной власти, организовать максимальный охват по обучению детей, чтобы плавать, с использованием всех наших фоков, с использованием всех бассейнов, а дальше уже пришкольные лагеря, полностью уделить этому внимание. Глава региона отметил, что все так называемые дикие пляжи, где происходит большинство несчастных случаев, необходимо взять на учет. Одно из самых небезопасных мест для купающихся – подходной канал ГЭС. С 10 мая организовано дежурство. Определены 13 потенциально опасных участков на берегу реки Волга. Там везде развешаны аншлаги. Вы сами под личным контролем все сделаете, чтобы новочебоксарцы, горожане почувствовали внимание органов власти, соответственно, что намного лучше места подготовлены по сравнению с прошлыми годами. Сделайте отдельный реестр. Аналитика у вас она есть, соответственно. И включите все эти объекты, все эти места, значит, на особый учет. Соответственно, ну, особое внимание, понятно, там должно быть, но и ответственные люди, которые должны за этим следить, были закреплены. Обеспечивать безопасность купающихся будут не только спасатели. Сотрудникам МЧС помогут добровольцы. Подготовку сейчас проходят более 300 волонтеров. Дмитрий Ковалев и Валерий Лизюков. Республика. Республиканский слет кадет и юнармии состоялся в четвертый раз в Чувашии. Более 500 учащихся собрались в кадетском корпусе Приволжского федерального округа, который по праву считается центром военно-патриотического воспитания и кадетского образования в республике. Юнармейцы получают знаки доблести. Такие вручают только активным и успешным. На счету каждого из этих ребят участие в парадах и слетах в военно-патриотических конкурсах республики и России. Я являюсь участником различных многоборий, триборий, морских олимпиад. Я являюсь призером морской олимпиады. Также мы ежегодно, второй год уже ездим в Москву. Там становимся призерами. В прошлом году мы были победителями в конкурсе смотра строя и песни. После 4 класса наш класс сделали кадетским. И происходил кастинг среди отличников, тех, кто хорошо учились, и среди тех, кто хорошо командовал. В итоге выбрали меня. Я получил данный знак отличия за умелое командование. Марш на плацу для кадет и юнармейцев – дело обычное. Тренировки идут чуть ли не каждый день. Но слет – это возможность показать свои навыки в строевой подготовке, в обращении с оружием. Вы, соответственно, делаете все для того, чтобы подготовить себя к самореализации. Кто-то будет в перспективе защитником Отечества,
кто-то сотрудником органов правопорядка и будет обеспечивать охрану общественного порядка. Кто-то будет настоящим ответственным предпринимателем. И сегодня, дорогие ребята, глядя на вас, на вашу выправку, целеустремленность, наши сердца наполняются гордостью за вас. И мы понимаем, что именно вы являетесь достойными потомками своих отцов, дедов и прадедов. Благодаря строгой дисциплине у этих мальчишек и девчонок формируется стальной характер. Они имеют четкое понимание долга и чести. Как идет реализация проекта формирования комфортной городской среды? Об этом говорили на еженедельном совещании в администрации города Чебоксары. Почти 170 миллионов рублей выделены Чебоксарам в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Жители столицы Чувашии во время голосования на портале «Открытый город» выбрали для благоустройства 5 объектов. Один из них – создание арт-кластера и тихой зоны на Афанасьевском пляже и двух спусков к нему. Контракт заключен 30 апреля с АО «Доракс». Цена контракта составляет 62,3 миллионов рублей. Срок выполнения работ до 1 августа. Подрядчик приступил к подготовительным работам на Веденском, Афанасьевском спуске, также на самом пляже. Что касается спусков, то старые здесь уже убраны, а к строительству новых еще не приступили. Мы же людям создаем изначально неудобство. Для чего? Ну так вы проведите процедуры, определите подрядчика, пусть он закупит все, что ему нужно, а потом разбирайте лестницу. Я прошу графики составлять с умом, ориентируясь на потребности жителей города. Оставшиеся 4 объекта благоустройства – это Дорис Парк, территория вокруг церкви Рождества Христова и 2 участка на Московской набережной. Все работы планируют завершить летом этого года. Глава столичной администрации поручил усилить надзор за реализацией проектов и вовремя вносить коррективы. Уже в следующем году нужно детально проработать планы на 2020 год, а осенью с помощью портала «Открытый город» определить новые территории. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Валерий Резюков, «Республика». И вновь о кинофестивале. Сегодня объявили именно тех, кто вошел в состав жюри. На большой пресс-конференции журналистам представили и почетных гостей кинофорума. Подробнее далее в сюжете. Пресс-конференция как встреча единомышленников, друзей. За одним столом киноведы, критики, известные актеры и сценаристы. Всю неделю они будут находиться в нашей республике, проводить мастер-классы, встречаться со зрителями. На больших и малых экранах будут идти конкурсные ленты. За 12 лет Чебоксарский фестиваль стал узнаваемым, приобрел свое лицо. Благодаря нашему фестивалю, об этом никто не говорит, но это так. Вся страна занимается главным образом только этническим кино. Татарским, якутским, башкирским, чувашским, бурятским. Раньше это считалось как-то что-то непонятное. А теперь все считают, что это главное, что есть в нашем кинематографе. И поэтому начали это мы. География 12-го международного фестиваля значительно расширилась. В конкурсе участвует много иностранных картин. В жюри – представители нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Для меня лично большая честь участвовать на таком интересном, интересном фестивале. И как кинообъект, и как русист. Мне очень для меня Чебоксарский кинофестиваль очень интересный и научный фестиваль, потому что здесь можно смотреть главные фильмы регионального кино России. Если говорить языком цифр, то фестиваль 2019 – это более 90 мероприятий. Показы, творческие встречи, детские программы, круглые столы и пресс-конференции. Все кинопоказы традиционно бесплатны. Причем фестивальные фильмы можно будет посмотреть не только в Чебоксарах и Новочебоксарске, но и в современных кинозалах Батревского, Бурнарского, Канашского, Козловского, Комсомольского, а также Цивильского, Ядринского, Янтиковского районов. Мы еще кинозалы открываем за последние буквально несколько лет. Ну, 3 года, можно сказать, открыли 15 кинозалов. Это не только в городе, но и в сельской местности. Открыли 12 новых современных учреждений культуры, где оснащаем современным светосигнальным оборудованием. Но то, что режиссеры, киноведы, кинокритики, сценаристы, актеры, операторы приезжают, и тем самым наши тоже специалисты, которые хотят самореализоваться в области киноискусства,
Для нас это очень важно. Для них это великое счастье, потому что вы к нам приехали, реальная возможность на нашей территории, по Волжье, рядом с рекой Волги это появляется. Это важно очень для нас. Многие гости уже успели познакомиться с нашим городом, отметили его чистоту и ухоженность. Галина Титарчук, Бахтияр Велиев, Республика. В юбилейный год столица Чувашии продолжает получать подарки. Причем нередко дарители, сами горожане, свой традиционный фестиваль «Волжская палитра», учащиеся гимназии номер 5, тоже посвятили Чебоксарам. Не просто показать, как ты любишь город, ставший для тебя родным. Для кого-то это чувство, эмоции, а для кого-то вполне конкретные дела. Учащиеся гимназии номер 5 решили поделиться с чебоксарцами своим умением жить и делать мир лучше. Напомним, в предыдущие годы лицеисты провели экологическую акцию «Чистая Волга» в столице, а в Марпасаде организовали фестиваль с множеством творческих площадок. Самая главная мысль нашей школы – мы готовим творца, а не потребителя. Этот фестиваль как раз про то, чтобы ребята понимали, что все, что они делают, нужно миру. Мы очень мало видим, что есть в городе, и я думаю, что этим фестивалем мы сделали точку притяжения. Теперь ребята будут приходить и понимать, что парк может жить их делами. На этот раз школьный десант высадился в этнопарке «Амазония». Участниками праздника стали жители северо-западного района, что, впрочем, вполне объяснимо, ведь именно там, в микрорайоне Волжский 3, в сентябре этого года откроется второй корпус гимназии номер 5. Главная составляющая праздника – так называемый открытый микрофон. Представители столичной администрации, жители, дети, чьи будут учиться здесь, обсудили, как будет строиться работа корпуса, как будет проходить благоустройство, какие есть проблемы. Обе стороны прекрасно понимают, что это будет не просто школа, она станет центром досуга для микрорайона. Концерт, мастер-классы, спортивные соревнования. Волжская палитра оказалась насыщенной. Ученики кадетской школы имени генерал-майора милиции Архипова города Чебоксары присоединились ко всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». На плацу школы выстроились более 700 учеников и педагогов, представители общественного совета при министерстве. Утреннюю разминку провел кандидат в мастера спорта по самбо, начальник боевого отделения отряда спецназначения «Гром» Олег Воробьев. Майор полиции показал ребятам несложные упражнения и посоветовал делать такую зарядку каждый день, чтобы быть здоровым и бодрым. Таким стал этот понедельник, а я прощаюсь с вами до завтра.